Результат деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был бы минимальный, если бы не совместная работа с коллегами. Здесь и общественники, и руководители социальных организаций, силовые структуры и администрация города. Цель нашей комиссии – это не наказание, а это помощь нашим детям, подросткам, их семьям в комплексе. Когда-то или в какой-то момент вдруг, если вдруг они оказались в какой-то сложной для себя ситуации, действительно отрабатывать множество служб. И все те, кто сейчас находится в этом зале, и тех, кого нет, потому что они работают в данный момент, это, конечно, команда единомышленников. Людей, которые работают на отдачу, людей, у которых неравнодушные сердца и активная жизненная позиция, это уже, наверное, призвание на всю жизнь. Благодарности от имени главы курорта Юрия Полякова получают те, кто еще в прошлом веке начинал эту профилактическую работу. Это ветераны комиссии по делам несовершеннолетних. Елена Акулова пришла в структуру в 1995 году. Этой нелегкой работе посвятила без малого 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Если сравнивать с того времени, когда только я начинала работать, конечно же, молодежь была немножко не такой, как сейчас. Сейчас уже наш век, век интернета. Век, современный век, поэтому и молодежь тоже она меняется, и дети меняются, несовершеннолетние наши, и проблемы у нас совершенно другие. Если раньше было просто бродяжничество, то сейчас это уже иной мир, это мир интернета, который вовлекает детей как бы в замкнутое пространство, я считаю, что больше замкнутое. Если даже раньше можно сказать, что они встречались и на улицах, то сейчас они замкнуты, и поэтому особенно нужно относиться к детям. Также чествовали и тех, кто сейчас в строю и с честью выполняет свою работу. Главный результат – существенное снижение количества происшествий, связанных именно с детьми. С введением на территории Краснодарского края закона 1539 у нас с 2008 года имеется позитивный сдвиг, очень большой, я считаю. Это, значит, по итогам года у нас истекшего 2017 года, значит, по сравнению с 2008 годом, если брать статистические данные, очень значительный сдвиг. В прошлом году у нас выявлено 550 несовершеннолетних, находящихся на территории в общественных местах муниципального образования города Анапы без сопровождения законных представителей. Все данные несовершеннолетние переданы родителям под соответствующие расписки. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены 40 сотрудникам, которые входят в комиссию по делам несовершеннолетних. В заключение юбилярам творческие коллективы городского театра подарили большой праздничный концерт. Руслан Душевский, Анапа регион.